Братва, огромная просьба, владистанская братва, продавите Лощинский. Вас тут 1600 зрителей. Пожалуйста, прожмите лайк, ребят. Давайте хотя бы 1500 лайков оформим. За такой боярский не стыдно, ребят, лайк поставить на самом-то деле. При любых раскладах. Особенно за то, как я поляка ушатал. Ну чисто он, знаешь, он уже смирился со своей судьбой. Он понял, что ему уйти уже никуда нельзя. Бать, тебе нормально, а? Нормально, говорю? Нормально. Всем общий салам. Саламчик, Санек, здорово. Короче, парни, выбрал я вроде как себе монитор. Ну, можно сказать, мониторы. И осталось только на флеху закинуть вот эту прогу. Я не знаю, как она там, не помню, как она называется. Она, типа, набитые пиксели чекает, чтобы с битком не взять себе моник. Чтобы Монику Белучи себе, ребят, с битком не взять. Потому что хер потом они, эти шакалы, эти... Сука, ну там да. Бля, я даун. Я, бля, боже, я конченый. Они все здесь светятся как на лад. Бля, я конч тупой, нах. Почему я такой тупой, бля? Боже мой, сколько их тут, пацаны. Боже, как вкусно. Боже, как вкусно. Аве Мария. Боже, 907-й, живи вечно, ёб твою мать, господи, какую грязь делает союзный 907-й. Ава Мария! Да. О, зашло, ребят, зашло, 100% зашло, это я вам, это гадалки не ходи. Вряд ли пробил, конечно, но зашло так зашло. Ну, за счет калибра, ребята, староваху мы, конечно, дали ей занюхнуть, так сказать, бебру. Ой, парни, ну за такие шоты реально надо завозить Лощинские. Тупо, ребят, годнота на годноте. Ну, это надо запаковывать, ребят. Иначе занюхнем. Где он там катается, блядь, что за... Ёпта. Чё, под карту, блядь, уехал? А, я не попал, да? Бля, не, ну, ребят, ну, вот если сейчас не поставить лайк, то это уже будет паскудство. Это чисто уже будет реально паскудство чистой воды. Вот это уже будет, ребят, ну, типа, некрасиво с вашей стороны, если за это сейчас не поставить лайк. Еба, боже мой, бля, бля. Бля, как же он ебет. Понимаю, блин, понимаю, блин. Блин, где? Чистое небо сталкер в конце подвел, да. В конце, конечно, чистое небо обосралось с подливой. Ну, бля, ничего страшного, пацаны. Зато какой КФ будет в Зове Припяти качать, катать. Ой, сука. 2 из 2 дал блиншотом, 3 из 3 дал блиншотом. Ну как он это делает, что за нахуй? Как можно было дать 4 из 4 блиншотом? Как? Объясните мне. Ладно, ХП есть, нормально. 907, братан, ты, конечно, гений. Ты, конечно, гений. Ну, у них еще Бориска... А, не, Бориска откис. Ладно, окей. 907 просто гений, ребят. Салам лайку. Бля, пацаны, как же я раздаю. Как же я раздаю. Блин, почему они так стоят дерзко? Сорян. Если перекрыл. Чего они так дерзко стоят, реально? Почему они в себя так поверили, ребят? Еще забыли, чем отцовская матня пахнет, алло. Молодые люди, хер на блюде. Ща я вам расчехлина пропишу внутривенно. Охереете. Давай, Удес. Исполняй еще раз. Это будет последний твой мув. Бля, Ребзи. Это жестко. Не-не-не-не, родной, давай отсюда нахер иди. Это упражнение 2 раза в день делай, бля, спина болеть не будет.
Да, жаль, что Вуд зак... Ну ладно, надо было добивать чела, не дай бог бы его пропустили, не дай боже, ребят. Подсветил бы он меня, я бы отлетал бы от какого-то там вон фачинатора. Так, ну фача не должны сильно прям пробивать, я думаю. Нормально. Там выцеливать нет смысла, ребят. На 520 метров, дай бог, в танк попасть на самом деле. Я думаю, что он там как стоял, так и будет стоять. Стрелять блиншотом или нет? У меня есть большие планы на Удеза, ребят. Ладно, давай попробую. Вряд ли. Не, нихера. Ну, попробовать стоило, мне кажется. Фу, один лайк поставил, куда еще 5 вывозить. Выгружай, Тёма, выгружай. Выгружай здесь. Фугасом, да? 160 ему дали. Надо и запаковывать его. Вот это упражнение делай! 320, ну это ему прям попал, походу, в маску, ребят. Все-таки заковыряли его. Нормально пойдет. 5 косых есть, ребят. Можно и поесть. 5 кс есть, ребзики, 5 кс есть. Нормально, пока результат хороший. Ну, это 907 вообще, ну, красавчик. Не сыканул чисто, не засал и подсветил, ребят. Просто не засал и подсветил. Да, и хочется и колется, не дай боже, конечно, подсветиться можно и откиснуть. Бля. Я такое чувство, что... Ага. Мне кажется, вот этот от башки может выставиться, нет? Лёха, спасибо за сутен, брат. Спасибо, Харт Алексей, за 100 рублей. Нихера она с рифмами заговорила. Спасибо, Лёха, тебе большое за сутен, без сообщения. Чисто так по-братски закинул за билетик, так сказать, да? Понимаю. Спасибо, брат. Спасибо. 92,8%, ребят, процент отметки. Блин, ну тут надо на 3% делать, мне кажется. А почему-то мне кажется, что 430 сейчас выставится справа сверху. Бля, как-то вначале прям бодро так пошло, и сейчас я смотрю, они выравнивать начали. Ну его там, да, его там все, зажмут 100%. Охренеть. Катим пока назад аккуратненько. Хотя старовеху-то я не добил, ребят, ствол оставил. Но барабанщика у них нет, это уже хорошо. Проблема в том, как ИСУ стоит. Я могу из-за нее не увидеть ни хрена. Давай мы пока вот сюда сведемся. Что-то мне подсказывает, что там кто-то может быть. Ладно, пацаны. Давайте пока особо не рыпаться. Там 7 минут у меня есть. Хороший бой наклевывается. Давай пока реально не рыпаться. Нахрен эту суету, ребят. Рано или поздно кто-то кого-то что-то подсветит. Самому куда-то двигать. Нет смысла вообще. Там у стервы, насколько я помню, там секунд 6 кд. То есть можно тоже отлетать оперативно. Рога еще есть, да, Нин? Нахрен. Не знаю, Славон кого-то подсветит или нет. Давай его спросим, что у меня там хотя бы рога есть какие-то, не? Жаль, Удеза не забрали. Вот Удез, да, Удез это самая серьезная херня сейчас. Это чисто проблемы. Проблемы и вопросы. Братва, прожимайте лайкоцит. Ставьте лайки. Бля, почему один... Нужно больше золота. Флакер, спасибо. Здорово. Чек не после, сколько 907 насветил. Да, не, чек, ну обязательно. Не, он красавчик. Здорово, братулек. Ты у тебя там с обзором нормал даю все, не? Рога хотя бы есть какие-то? Ты меня слышишь? Если слышишь, прожми так точно. F5 прожми. Ясно. У него, походу, уже Балтика девяточка, блядь, в ушах, ребят. Бля, ну я стою как даунич, конечно, сейчас. Давай вот в эту мохнатку заедем хотя бы. Не хотелось бы мне отлететь в этой катке. Бля, тут рогу, пацаны, можно насаживать. Салам алейкум.
Наконец-то я рогу пробил, пацаны, 7к! Ааа! Три пробития за мной, бля, боже мой, что же творит эта мразь? У, сука! Какой же я жесткий, бля! Жесткий! Эй! Просто бан! Качественный бан за качественным баном, ребят. Ну чё, я теперь типа на передовой. Не, это не очень меня устраивает, если честно. Хотя у меня еще стоял 2 стоит, нормально. Ух, бля. Это, пацаны, прям вонючий ветер. Кто на горе? Запустил вчера танки спустя полгода, и у меня коротнул БП. Совпадение? Не думаю. Тебя даже сама, этот, братан, сама вселенная тебе пытается донести информацию, что нехер в этот мусор минский заходить, это я честно скажу. Сама вселенная тебя, братан, пытается намекнуть, что, ну, брат, ну, сюда не ходи, бля. Да, бля, закинули. Сука, 7к, пацаны. Бля, я мразь, конечно. Плюс чай, если стример мразь, пацаны, фугасная чертила. Это тебе реально, это, звезды уже намекают, братан, что не стоит в этот мусор заходить. 4 минуты. Надо как-то вот эту шалупань разгонять, ребят. Надо этот гей-парад, ребят, разгонять. Хера, они его колотнули. Малой, прими взвод. Ой, ёб твою. Пиздец ему. Салам алейкум. Бля, ебая ебу, пацаны, ебая ебу. Господи, как же я их трахаю, ребят. Просто не вынимая, ребят, чтобы вы понимали. Чисто так между нами. Пацаны, чисто между нами, бля. Бля. Ну ты чертила. Не, ну вкусно, вкусно. Не, ну по сути вкусно. По сути вкусно. Бля, ребят. 8к за бой. Просто 8к. А когда будет стрим по Сталкер Зоу Припяти? Данил, походу уже... я не знаю, наверное, уже все-таки после Киберпанка. Наверное, уже, братулечек, после Киберпука. Угу. Стерва может меня потрахивать. Ага. Жаль. Ну, у меня шанс был только нужно один. Нужно больше. Ладно, буду золота. Потому что я тут сейчас буду в свет работать. Привет. Удачного стрима. Привет, вопрос, спасибо, друг. Вопрос, не хочешь в Блиц? Там офигенный фан-режим. Там мне уже писали, я думаю, может завтра. Разными обилками, тип невидимость, увеличение урона с дуплетом, как у двухстволки и так далее. Да, мне писали про это, спасибо большое. Ну, я планирую пока на завтра катнуть. Не обещаю, но, возможно, завтра катну, ребят, этот режим. Но вы должны понимать, что... Когда я говорю не обещаю, это значит, что я не обещаю, ребят. Чисто так, чтобы без обид было. Хуеть, его там ебут. Бля, ну ладно тебе. Не попал. Угу. Ну, стерву можно запаковывать, потому что если он мне палку даст, то я умираю тогда от 430-го. Бля, да запакуйте стерву, ебаный ваш рот. Ну и тогда я отлетаю. Ой, бля, да как же так? Что такое Киберпанк? Это топовая игра от поляков, которая считается еще до выхода шедевром нереальным. Хитяо будет 2020 года. Ну, сколько я там наковырял, ребят. Мне аж страшно, бля, выходить в ангар, если честно. Ну, я надеюсь, мастер за это дадут. Ага, мастер. Бля, второй знак. Пацаны, 7939, понимаю, блядь, понимаю, блядь. Спасибо, ну вкусно, вкусно, ребят. Ё-ё, мать, бля. 7939, что творит эта паскуда? 7939. Ну вкусно, вкусно. Если понравился бой, обязательно жми лайкос и подписывайся на канал, братулек. Ну вкусно, вкусно. Слабый, пацаны, снаряд, фугас, апать надо, ребят. Просто надо апать, ребят. Это все, что я могу сказать. Слишком слабый снаряд. Жаль, что я не попал в 430, если честно, очень жаль, было бы 8+.
Было бы 8 плюс. Второй знак, пацаны. Ну, это просто потому, что не по своему засвету кидал, да, базара нет. Так, а по поводу того, что 907 насветил, давай глянем. 6643. Красавчик. 907-му респект. Реально молодец. Там не настрелял ни хера, но бой сделал за счет засвета. Умничка. Потому что нас бы Бураск засветил, и нам был бы понос изо рта. Вот. Жми тебе лайк.